Привет, друзья! С вами Travel Camel и я Аня. И сегодня я нахожусь в Пунта-Кане, точнее говоря, в курортном городе Бавара, потому что Пунта-Кана по большому счету, ну, не существует такого города. Вообще Пунта-Кана — это просто аэропорт. Рядом с ним вы вряд ли что-то найдете, конечно, да, там есть несколько домов на развязке около аэропорта, но по большому счету такого города не существует. Это реально название аэропорта и все. Возможно, вы не узнаете шикарный, роскошный курорт позади меня, но это именно он. Справа от меня 5-звездочный отель. Не буду говорить название, не буду делать лишнюю рекламу. Снаружи выглядит как зона, да, не будем скрывать. На самом деле, я вот уже давненько иду пешком к своему хостелу, и, черт возьми, все 5-звездочные отели снаружи выглядят как зоны. Это немножечко пугает. То есть я понимаю, что там внутри, наверное, очень роскошно, но снаружи это выглядит вот так. Так что, если вы поедете в Бавара, да, это город рядом с аэропортом Пунта-Кана, то вам следует выбирать или 5-звездочный отель, или просто ехать дальше отсюда, потому что иначе я даже не знаю, что тут делать. Я уже прошлась по пляжу некоторую часть своего пути. Знаете, пум-пум-пум, даже не знаю, как вам сказать. В общем, океан, наверное, не очень располагает, в том смысле, что вымыло очень много всяких водорослей, кочерыжек, кокосов, я не знаю. Пляж выглядит очень грязным, конечно, тут очень стараются. Это первый пляж вообще, который я видела во всей Доминикане, который убирают. Реально куча людей ходит и собирает океанический мусор. Это так смешно выглядит, знаете, как будто пылесосить пустыню. Пытаться собрать все водоросли, которые выбрасывает океан. Да, вот такие дела. В общем, сегодня новогодняя полночь. Получается, вот когда в Москве будет полночь, здесь в Доминикане будет 5 часов дня. Когда-то много-много лет назад я слышала о такой традиции испаноговорящих стран, что будет тебе счастье в новом году, если ты в праздничную полночь прыгнешь правым плечом в океан. Поскольку я не знаю, какую из двух полуночей мне выбрать, московскую или доминиканскую, я намерена прыгнуть и в 5 часов вечера, и в 12 часов ночи. Мне кажется, тогда-то уж удача мне точно будет сопутствовать. Да, ну а пока продолжу искать свой хостел, надеюсь, мне еще недалеко. Солнце, конечно, палит изнуряюще, я чувствую, что уже сгорела. Но, вы знаете, это ничуть не портит боевой дух. Все-таки тут классно, везде, где есть океан, мне кажется, классно. Да, так что увидимся с вами позже, когда я буду прыгать в океан. Пока-пока. Всем привет. Итак, в Москве, наверное, уже поднимают бокалы с шампанским после президентской праздничной речи. Мы идем на океан исполнять испанскую традицию, прыгать правым плечом в океан. На удачу! Друзья, с Новым годом! Я думаю, надо сделать это как-то синхронно. Раз. На удачу. Два. Я не знаю, как это будет. Три.